на полу, чтобы там массаж не качался, столик не качался. Народу мало, вот без микрофона. Я буду собирать. А что у вас народу мало? В армию забрали или в Каргашину? Каргашина часть. Часть стареет. Все по шастрам. Джайо Радха Мадхава Кунджа-бихари, Джайо Радха Мадхава, Джайо Радха Мадхава, Кунджа-бихари. Гопичана Валаба Гиривардхари. Гопичана Валаба Гиривардхари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Ямуна Тира Ваначари. Джая Радха Мадхава Кунджа Бихари. Гопичана Валаба Гиривардхари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари. Гопичана Валаба Гиривардхари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари. Джайо Радха Мадхава.
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джая Прабхупада, 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 Шрила Прабхупада. Джая Прабхупада, 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 Джая Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай, Гору Премананде, Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 4, глава 21, которая называется «Наставление Махараджи Притху», текст номер 42. Написано? Да. Яд Брахма Нитям Вираджан Санатанам. Яд Брахма Нитям Вираджан Санатанам. Шрадха тапо мангала мауна сам ямайх. Шрадха тапо мангала мауна сам ямайх. Самадхина бибрати хартха дриштае. Самадхина бибрати хартха дриштае. Я тредам адарша и вава бхасате. Я тредам адарша и вава бхасате. Я брахманитям вираджам санатанам. Шрадха тапо мангала мауна сам ямайх. Самадхина бибрати хартха дриштае. Я тредам адарша и вава бхасате. Повторяйте, пожалуйста. Матаджи. Пословный перевод. Яд, которая брахма, брахманическая культура. Нитьям, вечно. Вираджам, неоскверненное. Санатанам, без начала. Шрадха, вера. Тапа, аскетизм. Мангала, благотворное. Мауна – молчание. Самьямай – держа в узде ум и чувства. Самадхина – полностью поглощенные. Бибхрати – озаряет. Ха – по мере того, как он делал это. Артха – истинную цель вед. Дриштае, чтобы узнать. Ятра, где? Идам, все это. Адарше, в зеркале. Ива, как? Авабхасате, проявляется. Перевод этого текста. Брахманы, чтущие традиции брахманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они свято верят в слова вед, совершают аскезы,
действуют в соответствии с указаниями священных писаний, владеют своим умом и чувствами и занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. Еще раз перевод текста. Брахманы, чтущие традиции брахманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они свято верят в слова вед, совершают аскезы, действуют в соответствии с указаниями священных писаний, владеют своим умом и чувствами и занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. Комментарий Шрилы Прабхупады к этому тексту. В предыдущем стихе было сказано, что лучше накормить живого брахмана, чем предлагать подношение жертвенному огню. А в этом стихе дано исчерпывающее объяснение того, что такое брахманизм и что значит быть брахманом. В век Кали определенная категория людей, лишенных брахманических качеств, пытается воспользоваться преимуществами положения брахмана. Такие люди заявляют о своей принадлежности к сословию брахманов на основании того, что они родились в семьях брахманов, и требуют, чтобы представители других сословий кормили их. Эта привилегия брахманов называется брахмана-бходжана. При этом они ссылаются на то, что накормив брахмана, человек получит большее благо, чем если он совершит жертвоприношение. Чтобы научить нас отличать таких людей от настоящих брахманов, Махараджа Притху дает подробное описание качеств брахмана и брахманической культуры. Никто не должен злоупотреблять своим положением и жить, как огонь, не дающий света. Брахманы обязаны знать заключение вед, приведенное в Бхагавадгите «Видайща сарвар агам эва ведя» Бхагавадгита 15.15. Постичь глубинный смысл вед, то есть понять веданту, значит обрести знание о Кришне. И это действительно так, ибо, согласно Бхагавадгите, чтобы стать настоящим брахманом, достаточно постичь Кришну таким, как он есть. Джанма карма чаме дивьям эвам йо ветти татватага. Брахман, обладающий совершенным знанием о Кришне, всегда находится на трансцендентном уровне. Это также подтверждается в Бхагавадгите 14.26. Мамчайо вьябхичарина бхакти гена севете сагунан самати тятан брама буяя калпате. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брахмана. Это значит, что преданный Господа Кришна является совершенным брахманом. Его положение трансцендентно, поскольку он свободен от четырех недостатков, присущих всем обусловленным душам, которые наделены несовершенными чувствами и склонны совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Идеальный вайшнав, то есть человек, обладающий сознанием Кришны, всегда занимает трансцендентное положение, поскольку его слова согласуются со словами Кришны и его представителя. Все, что говорят вайшнавы, находится в соответствии со словами Кришны и потому свободно от вышеназванных четырех недостатков. Так в Бхагавадгите Кришна говорит, что человек должен всегда думать о нем, стать его преданным, выражать ему почтение, поклоняться и в конечном счете предаться ему. Все эти формы преданного служения являются трансцендентными и свободными от ошибок, иллюзии, обмана и несовершенств. Поэтому каждого искреннего преданного Господа Кришны, который проповедует его учение, руководствуясь только наставлениями Кришны, следует считать вираджем, то есть свободным от недостатков, являющихся результатом материального осквернения. Истинный брахман или вайшнав всегда руководствуется наставлениями вед или положениями ведической философии, изложенными самим Господом, Верховной Личностью Бога. Только из вед можно почерпнуть знания об абсолютной истине, которая, как сказано в Шримад-Бхагаватам, имеет три аспекта, проявляясь в виде безличного брахмана, локализованной параматмы и, наконец, Верховной Личности Бога. Ведическое знание всегда было и остается безупречным, и брахманическая или вайшнавская культура основана на представлении о непогрешимости вед. Поэтому мы должны с верой изучать веды, и не только для того, чтобы расширить свои познания, но и для того, чтобы обрести подлинную веру в слова Верховной Личности Бога и вед и распространять ведическую философию и культуру по всему миру.
Особенно важным в этом стихе является слово «мангала» – «благотворный». Шрила Шридхара Свами, цитируя Священное Писание, говорит, что когда человек поступает правильно и отвергает все дурное, его деятельность становится «мангала» – «благотворной». Поступать правильно – значит делать все, что способствует преданному служению. А отвергать дурное – значит отвергать все, что мешает преданному служению. Все члены движения сознания Кришны придерживаются этого принципа, отказываясь от недозволенных половых отношений, одурманивающих средств, азартных игр и мясной пищи, а также ежедневно повторяя не менее 16 кругов Харе Кришна Махамантры на четках и 3 раза в день занимаясь медитацией во время повторения мантры Гаятри. Таким образом, мы храним брахманическую культуру и обретаем духовную силу. Тот, кто строго следует принципам преданного служения и постоянно повторяет Махамантру «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», быстро прогрессирует в духовной жизни и в конце концов удостаивается права увидеть Верховную Личность Бога. Конечная цель изучения вед или постижения ведической мудрости заключается в том, чтобы найти Кришну. Поэтому тот, кто следует предписаниям вед, как говорилось выше, может с самого начала отчетливо видеть Господа Кришну, абсолютную истину, во всех его проявлениях, подобно тому, как в чистом зеркале человек отчетливо видит отражение своего лица. Таким образом, чтобы стать браманом, недостаточно просто родиться в семье брамана. Для этого необходимо обладать всеми качествами, перечисленными в шастрах, и следовать традициям брахманической культуры. Тот, кто отвечает этим требованиям, сможет постепенно развить сознание Кришны и в конце концов постичь Кришну. О том, как преданный видит Кришну в своем сердце, сказано в Брахма-самхите 5.38. Примаджана чурита бхакти велочанена санта садайва хридаешу велокаянти ямшьяма сундарам ачинтя гуна сварупам говиндам адипурушам тамахам баджами. Преданный, развивший в себе чистую любовь к Кришне, постоянно видит в своем сердце Верховную Личность Бога, Шьямасундару. В этом заключается совершенство брахманической культуры. Еще раз перевод текста. Браманы, чтущие традиции брахманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они свято верят в слова вед, совершают аскезы, действуют в соответствии с указаниями священных писаний, владеют своим умом и чувствами и занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ейна тасмай шри гураве намахам шри читанья мано биштам стапитам ена бутале сваям рупа кадамахям дадати свападантикам джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гору бхакта вринда харе кришна харе кришна 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 харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Итак, у нас продолжается история Махараджи Притху. Он знаменит тем, что стал первым императором не какого-нибудь района, там, административного округа, города, там, не знаю, области, страны, даже какой-то федерации, а всей планеты, что мелочиться, император всей планеты. Для того ты и начинают эти жертвоприношения коня, что берут коня, вешают ему табличку, кто не согласен, что у меня высшая власть, просьба подать голос. И коня пускают по всем государствам. И предполагается, если конь везде прошел, и никто это утверждение не оспорил, не сказал, я оспариваю, я тут тоже не просто так, у меня тоже власть. И когда этот конь проходит, то потом проводится жертвоприношение коня. Считается, что значит никто не оспорил власть этого императора. Значит, он император. Власть – дело такое тонкое. За нее столько битв было, столько войн в нашем мире. И Махараджа Притху Махарадж провел 100 таких жертвоприношений коня. Наверняка в шастрах есть много высказываний, что получает человек, который провел 100 жертвоприношений коня. Там даже Индра не смог этого вытерпеть, пытался помешать, решил сотого коня украсть, что было не 100 жертвоприношений, а только 99.
целая лила развернулась, там все хорошо в итоге закончилось. И в конце, как Махарадж Притху провел эти жертвоприношения, он получил даршан Господа. Как обычно, преданные, когда получают даршан, возносят молитвы, а Господь дает какое-то благословение или спрашивает, что тебе подарить, дорогой преданный, чем благословить. И там, в зависимости от того, что у нас в сердце, мы самое сокровенное попросим. А что просил Махараджу Притху, помнит кто-нибудь? Недавно считали. Что? Тысячу глаз, ну, двух мало, тысячу глаз как-то их разместит. Но смысл в том, что он попросил возможности постоянно слушать о славе Господа, постоянно слушать преданных, а потом в самом конце молитвы он попросил, что мой дорогой Господь, как отец, который заботится о своем сыне и даже не ждет, когда сын что-то умное попросит, а сразу ему дает то, что ему необходимо, дай мне, пожалуйста, то, что мне необходимо. Такая самая стандартная, самая надежная молитва, что не прогадайте. Мой дорогой Господь, дай, пожалуйста, то, что ты считаешь, что мне нужно, как отец заботится о сыне. И что на все это Господь ответил, чем он благословил? Важный момент, самое интересное, такая вся история, апогей этой истории, что попросил Махараджа Притху и что же ему Господь дал того в ответ. Муру сказал, нет, сначала бхакти-шастры пройди или что-нибудь. Что он сказал ему? Это же есть суть, как вот преданные относятся, ну как преданные развивают отношения с Господом, какие у них отношения, что он у Господа просит и что Господь взамен дает. Вы Бхагаватам читайте, вы это у себя откладываете. Только что в прошлой главе читали. Господь сказал, я благословляю тебя всегда служить мне с любовью и преданностью. Ничего нового не сказал. Вот. Но это показывает, насколько это есть суть всего ведического знания. Это наша цель. Что такой могущественный, такая могущественная личность, как Притху Махарадж, просил именно этого, а потом просил, что Господь, дай мне то, что для меня важно, и Господь благословил его всегда служить ему с любовью и преданностью. Это должно в нас как-то взрастить веру, что действительно это не какая-нибудь декларативная цель, преданное служение, а это реальная цель, ради которой Махараджа Притху сделал 100 жертвоприношений коня, и вообще ради которого столько мудрецов совершают такие серьезные аскезы. Есть, значит, в этом ценность. И в этой истории, там дальше что было, Вишну благословил, Махараджа Притху с большим почетом вернулся к себе в царство, и его подданные его очень тепло встречали, там бросали, как обычно, листья, там что-то кричали такое вдохновляющее. Это показывает, какова должна быть, каково идеальное устройство государства, что действительно правит монарх, но не тот монарх, который злоупотребляет своим положением и эксплуатирует своих подданных, а тот, который заботится о них. И ученые изучают такую науку, теорию государства и права. Откуда государства вообще берутся, как поддерживать власть в этом мире? Потому что вопрос получения и особенно удержания власти очень-очень актуальный. И у нас в стране тоже мы не исключение. Все, кто дорвался до власти, хотят ее удержать любой ценой. И вот есть целая наука, которая объясняет, как удерживать власть. Есть разные теории, как возникает государство. Одной общепризнанной нет. Вопрос еще открытый и спорный. И вот Священные Писания показывают, что идеальная государственность, государственный строй, когда правит монарх, которого поддерживают религиозные авторитеты и которого любит народ. Вот любовь народа к своему правителю – самая надежная основа для государства. Если этого не происходит, когда-нибудь будет революция. Вопрос только времени, и история дает тому примеры. И в Ведах мы читаем действительно пример идеального устройства государства. Подданные любят своего царя, царь не злоупотребляет своим положением, заботится о подданных. И вот в этих стихах Махараджа Притху, как говорится там, однажды решил провести грандиозное жертвоприношение. Собралось много присутствующих подданных, и Махараджа Притху выступает с речью. Как вот иногда у нас тоже президент выступает с речью, например, 31 декабря без 5:12 обращается с речью или обращается к федеральному собранию с посланием. И эти речи руководителя государства, они очень значимы для всех подданных, потому что именно в этой речи он пытается сказать самое главное. Вот. Это в любой стране мы сейчас можем видеть.
какое-то важное событие, выступает глава государства, что-то говорит, все СМИ снимают, все граждане слушают, все политологи делают какие-то выводы о том, куда теперь подует ветер политический. И здесь примерно то же самое. Махараджа Притху собрал всех подданных и начал рассказывать. Но он рассказывал не о внешнеполитическом положении нашей страны, как все нам завидуют и пытаются нагадить, поэтому терпите, граждане, пока будет плохо. Как вот традиционно в России выступают руководители государства. Нужно немножко потерпеть, все будет хорошо, потому что у нас много врагов, мы должны объединиться, чтобы с ними бороться. Потому что идея о том, вокруг чего объединить граждан, пока тоже вопрос открытый. Патриотичность все понимают по-разному, а вот внешние враги, дружить против кого-то, это пока получается успешно. И Махараджа Притху в своей речи прославляет процесс преданного служения, ведическую культуру. В самом начале он вообще говорит, что, дорогие мои подданные, вы следуйте ведической культуре, потому что если кто-то совершает грех, то греховные последствия получает как тот, кто совершает, так и тот, кто его поддерживает и кто ему позволил это сделать. Поэтому я несу тоже косвенную ответственность за все ваши поступки, а я не хочу получать негативные реакции, если вы будете делать что-то не так, поэтому следуйте брахманической культуре. Начал издалека и пришел к тому, что он описал трансцендентное положение брахманов и вайшнавов. Там даже есть удивительный текст, такой, ну, мне как для юриста он очень не то что вдохновляющий, но очень важен. Там, где Махарадж Притху говорит, что власть его... А, это Матрия говорит, да, что власть Махараджа Притху была беспрекословна, все его законы безукоснительно исполнялись всеми подданными. Сейчас я лучше прочитаю, а то наспекулирую. То есть там смысл в том, что законы были обязательны для исполнения всем подданным, за исключением брахманов и вайшнавов. Очень сильный текст. Так, 12. Я его даже запомнил. Сейчас проверю свою память быстренько. Да. У Махараджи Притху не было соперников, и власть его простиралась на все 7 островов, расположенных на поверхности земли. Все приказы царя беспрекословно выполнялись, и ослушаться их не мог никто, кроме святых, брахманов и потомков верховной личности Бога, вайшнавов. То есть... Это с правой точки зрения очень сильное утверждение шастр, что законы царя, его власть не может пререкаться. Если кто-то может оспаривать власть, то государственность сразу рушится, сразу начинается хаос в обществе. Говорится, что все законы, его приказы беспрекословно исполнялись, не мог их никто ослушаться, кроме. И там вот в кроме перечислены святые, брахманы и вайшнавы. Поэтому для нас это для всех... повод о том задуматься, что насколько важно не злоупотреблять положением брахмана и вайшнава, и особенно раньше времени не осознать себя тем самым вайшнавом, служение которому лучше, чем жертвоприношение, как говорится вот в этом и в предыдущих стихах, кому даже можно не следовать указаниям государства. Ничего подобного. Пока мы обусловлены, мы должны следовать указаниям государства и не считать, что мы тут чего-то где-то достигли. Об этом я еще в лекции, я думаю, успею рассказать. Итак, в этой речи Махараджа Притху говорит о самом важном, что он хотел донести до своих подданных, и Махарадж Притху посчитал нужным рассказать о славе брахманов и вайшнавов. Он описывает исключительно положение брахманов. Тут, начиная с 37 стиха, он описывает, что брахманы и вайшнавы славятся своей терпимостью, аскетичностью, глубокими познаниями и образованностью. Благодаря этим духовным достояниям вайшнавы обладают большим могуществом, чем члены царских семей. То есть Махарадж Притху говорит, что у брахманов и вайшнавов большее могущество, чем даже у царей. Казалось бы, у царя исполнительная власть, казна, денег, оружие, армия, в конце концов. Но брахманы обладают большим могуществом. Шастры знают этому примеры. Вот, предшественник Притху Махараджа, там, Вену Махарадж, он злоупотреблял своим положением царя. Им какой бы он ни был могущественный, могущество брахманов оказалось гораздо сильнее. Они сделали ему импичмент. Сместили, поставили кого нужно. Ну, много историй. Вообще спор о том, кто круче, брахманы или кшатрии, он испокон веков еще ведется.
там Вишвамитра Васиштха, знаете эту историю, да? Тоже там, когда кшатрия Вишвамитра увидел могущество брахмана Васиштхи, говорит, да зачем я тогда кшатрия, если какой-то брахман может так вот раз все мое могущество вообще свести на нет. И он захотел после этого стать брахманом. Вот получилась такая вот синтез кшатрии и брахмана. То есть характер у Вишвамитры сильный. Его постоянно приводят в примеры, как тот, кто сильно медитировал, но колокольчики вывели его из медитации. Вишвамитра постоянно его вспоминает в этой связи. Но он тоже очень могущественная личность, и он пришел к выводу, что могущество брахмана действительно больше, чем могущество кшатрия. Что, поклоняясь лотосным стопам брахманов и вайшнавов, верховная личность Бога, предвечный Господь, древнейший и величайший, стяжал себе неувидаемую славу, которая очищает всю вселенную и является одним из его достояний. Сам Господь, поклоняясь лотосным стопам вайшнавов и брахманов. Вот они какие, вайшнавы и брахманы. Теперь посмотрите, где мы и где вот вайшнавы и брахманы, которым поклоняется верховная личность Бога. Что брахманы и вайшнавы всегда дороги Господу, а Господь всегда дорог им. Всегда, чтобы ни случилось. Непрерывно служа брахманам и вайшнавам, человек очистит свое сердце от материальной скверны. В этом мире нет деятельности, которая бы превосходила бы служение брахманам, ибо такое служение доставляет удовольствие полубогам, которых люди стараются умилостивить, совершая жертвоприношения. То есть, видите, Махараджа Притху развивает эту идею про исключительное положение брахманов и вайшнавов, говорит, что нет лучшей деятельности, чем служить брахманам и вайшнавам. Теперь представляете, какая большая ответственность на вайшнавах и брахманах. Поэтому раньше времени осознавать себя каким-то вайшнавам, служить которому это лучшая деятельность, вы не спешите. Проверьте по шастрам, соответствует ли наше поведение качествам. Об этом и будет основной акцент моей лекции. Что как узнать, кто брахман, а кто не брахман. Чтобы не перепутать, кому служить, а то мало ли там вложились, а оказалось, что не брахман, просто одежда похожая. Тут Шрила Прабхупада, кстати, сразу уже во втором предложении говорит, что век Кали определенная категория людей, лишенных брахманических качеств, пытается воспользоваться преимуществами положения брахмана, то есть злоупотребить положением брахмана. Я вам скажу, ИСККОН не исключение. В ИСККОН хватает людей, которые пытаются злоупотребить своим положением брахмана, а если брахманической инициации нет, то злоупотребить своим положением преданного, вдохновляя кого-то там что-то ему пожертвовать или как-то пойти навстречу, или какую-то сделку там на более выгодных условиях оформить. Я уж не говорю там в отношениях с противоположным полом, что все считаем шастры, что лучший муж это когда преданный. И Матаджи думает, да, я вот хочу выйти замуж только за преданного. Ну-ка, кто из них преданный? Ох, сколько много. И очень важно не ошибиться, кто же преданный. Потому что, когда замуж выходят, думают, вроде преданный, а почему же ведет себя, как вот совсем в других книжках про это пишут. Там чуть ли не уголовный кодекс он себя ведет. Часто такое бывает. Просто ко мне всякие истории достигают меня разные истории, что происходит, когда Матаджи не разобралась, кто есть преданный, а кто нет. Вышла замуж, служила мужу, а потом выяснилось, что результат совсем противоположный оказался. Что женщину просто эксплуатировали, прикрываясь какими-то цитатами из шастр, какими-то шлоками, и она не получила ничего, осталась несчастной, была не семья какая-то, просто какая-то каторга. Поэтому очень важно разобраться, кто брахман, кто не брахман, кто вайшнав, кто не вайшнав. И важно не перегнуть палку в другую сторону. Убедиться, что вокруг меня нет ни одного вайшнава. Он тут не так себя ведет, тут себя не так ведет. Тоже нельзя. Потому что мы знаем примеры, если кто-то не разобрался, кто тут брахман, кто нет, как было в истории с Рахуганой Махараджем. Там Джатабарат и Рахугана Махарадж. Тоже он начал на него кричать, ты что, погонщик, что ты так странно идешь? И получается, он оскорбил этим Рахугана Махараджа. Но потом все хорошо закончилось, конечно. Рахугана Махарадж оскорбил Джатабарату, но в итоге все хорошо закончилось. А с Дурвасой ему не история тоже. Там нет-нет, а с преданными какие-то у него там были терки. Потом, правда, все стало хорошо. То есть очень важно не ошибиться, чтобы и не увидеть преданного в каком-нибудь мошеннике, и не пройти мимо действительно возвышенного преданного, не увидев в нем преданного. Или даже еще и оскорбив его, не дай бог. Вот.
Очень важно разобраться, кто такие брахманы и преданные. И здесь, в этом стихе, Шрила Прабхупада пишет, что чтобы научить нас отличать таких людей от настоящих брахманов, Махараджа Притху дает подробное описание качеств брахмана. И в этом стихе их уже немало, чтобы научиться разбираться, кто есть кто. Вопрос действительно очень глубокий. Нельзя поверхностно к этому относиться. Значит, кто у нас брахманы? Они свято верят в слова вед. Вот что значит верить в слова вед? Как проверить? Человек верит в слова вед, не верит? Так вот спросишь, веришь в слова вед? Ну, конечно. Особенно, когда это спрашивается публично, когда вот тут все на тебя смотрят. Конечно, я верю в слова вед. Так почему нет? Как проверить? Вообще вот слово верить во что-то, оно вот в настоящее время выглядит как верить можно в то, что нельзя проверить на практике, или то, что не доказано, а то и вообще в то, чего нету. Просто если что-то очевидно, значит, мы просто знаем, что это есть. Что солнце взошло, я это знаю, тут не вопрос веры. А вот когда идет речь о том, что верующие, вот они верят во что-то, у них есть право верить, просто это проверить нельзя, поэтому они только верят. Или они даже верят в то, чего нет, наука еще не подтвердила, что Бога нет, но верить в него можно, это не считается пока каким-то противоправным деянием, поэтому верьте. Вот запретят верить, будем разбираться, кто верит, кто не верит и во что верит. Слава Богу, у нас в Конституции плюрализм мнений. Каждый вправе выбирать, во что ему верить, и никто не может этому мешать. Главное, чтобы вера последствия этой веры не проявлялись, не вытекали во вред для других какие-нибудь там экстремистские проявления. Что вот я верю, а все остальные, значит, негодяи, я их буду убивать, например. Такой вере следовать государство не разрешит. Но любые другие, даже самые экзотические идеи, пожалуйста, верьте. И в Европе мы знаем, там есть религия макаронного монстра, пастырианство. Ну, могут люди верить даже в то, чего нет. Они вот решили до абсурда эту идею свести, верят в макаронного монстра. То есть в обществе такое представление о верующих, что вот знаний нет, этого наука не доказала, непонятно, есть это на самом деле или нет, но вот они верят, убогенькие верят. Так вот, когда шастры говорят про веру в священное писание брахмана, имеется в виду совсем-совсем другое. Брахманы верят, по утверждениям вед, верят в Кришну не потому, что не могут доказать, не потому, что там как-то вот им только верить и остается, а объяснить они не могут, почему верить. Совсем наоборот. Они на основе знания, которое у них есть, подкрепленное личным духовным опытом, они точно убеждены в существовании Господа, гораздо больше, чем они знают, что вот солнце взошло. Тут в тексте говорится, что видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. Очень сильный пример. Вот вы в зеркало смотрите, видите себя. У вас нет сомнений, что вы видите себя. Вы верите, да, я вижу себя. Верите не потому, что вот, ну, доказать невозможно, а потому что вы это знаете на основе знания и собственного опыта. И вы непосредственно видите. Точно так же брахманы видят конечную цель жизни – Вишну. Они видят присутствие Господа во всем, они видят цель жизни и свою, и каждого живого существа. Поэтому у них непоколебимая, сильная вера в Господа и в Священные Писания. В этом брахманы, настоящие брахманы, отличаются от всех остальных, которые верят, но толком объяснить не могут, почему они верят. Но это хорошо, что хотя бы верят, хотя бы в Кришну верят, в правильные вещи верят. Вера брахмана такова, что если кто-то спросит, а почему ты веришь, он объяснит так, что ты тоже начнешь верить. Очень аргументированно, ссылаясь на собственный опыт. Вот. И переспорить брахмана в этом просто невозможно. То, что касается веры. То есть не пустая вера, основана на знании, подкрепленном собственным опытом. Это очень-очень ценная вещь. Совершают аскезы. То есть не просто, что вот, ну, надо совершать, в шастрах написано, пойду я что-нибудь совершу. Они естественным образом совершают аскезы, потому что они не стремятся к удовлетворению чувств. Их цель – служить другим людям. И они совершают аскезы, чтобы ум не увел их от пути дхармы. Нужно держать себя все время в тонусе. Они совершают аскезы. Делают это с удовольствием, осознанно, добровольно. Действуют в соответствии с указаниями священных писаний. С этим вообще сложно. Тут мы знаем, есть выражение, сколько два юриста, три мнения.
но, думаю, к преданным это тоже применимо. Наверняка вот любых два преданных взять, и обязательно найдется какой-то философский момент, в отношении которого у тех преданных будут разные мнения. Вот. То есть понять, что на самом деле сказано в священных писаниях, или как у нас в Искон, что на самом деле имел в виду Шрила Прабхупада, очень дискуссионный вопрос. И часто преданные прям до пены у рта спорят, что же на самом деле имел в виду Шрила Прабхупада. И некоторые доходят до того, что они уходят из Искон. Они думают, что я-то точно знаю, что имел в виду Шрила Прабхупада, а Искон не знает. И мы уже знаем несколько проповедников, которые ведут отдельную от Искон пропаганду. У них такая же одежда, такие же книги они распространяют, так же выглядят, но рассказывают совсем другие вещи, ссылаясь на те же самые священные писания, на те же самые высказывания Шрилы Прабхупады. Чтобы понять, что на самом деле имел в виду Шрила Прабхупада и вообще священные писания, нужно иметь личный опыт, нужно иметь знания, подкрепленные личным опытом. Нужно самому уметь разбираться, как Господь проявляет себя во всем и как вообще... То есть нужно иметь личный опыт понимания священных писаний. Тогда вы сможете различать, за кем истина стоит, а за кем нет. Владеют своим умом и чувствами. Очень практичный, такой практичный критерий, что если человек не может даже бросить пить, курить, как вот есть у нас уважаемые религии, где тоже заявляется о даже монополии на абсолютную истину, что люди, идите за нами, у нас все хорошо, у нас истина. Но при этом руководители, высшие религиозные чины этой организации элементарно не могут даже отказаться от пристрастия к алкоголю. И где-то за закрытыми дверями, а где-то даже не закрывая этих дверей, они достаточно здорово злоупотребляют алкоголем. И это не секрет ни для кого. И видно, что претендовать на звание каких-то религиозных лидеров в этом положении, ну, не очень уместно. Хотя бы вот критерий не подходит, владеют умом и чувствами. Если элементарно человек не владеет умом и чувствами, он не может быть брахманом. И вы поосторожнее с такими людьми, что, скорее всего, это не брахман, а просто странный человек, похожий внешне на брахмана. В Искон такие тоже есть. Вот... Может говорить, что он брахман, собирать пожертвования, но не очень принципам следовать. Объясняя, что он трансцендентный при этом. Тут брахмана-то распознать сложно, хотя есть критерии, а преданного распознать настоящего вообще сложно. Они же вообще трансцендентные. Более того, в шастрах говорится, невозможно понять поступки чистого преданного. Поведение Шрилы Прабхупады далеко не всем было понятно. Поэтому про преданных это вообще отдельная история. Давайте с брахманами хотя бы разберемся. Тут, по крайней мере, есть конкретные качества. Причем, что касается преданных, может быть действительно человек чистым преданным, но вот эти качества у него могут быть внешне не проявлены. Мы вот знаем истории про преданных, которые, вот про Госвами, которые были очень богатыми, казалось бы, богатство и преданность, как они сочетаются. Потом, кто был, который вот очень богатый кшатрий, сидел весь в роскоши, ему послали кого-то из Госвами даже, чтобы он учителя... Кого? Пундарика Виденитки, конечно же. И он весь такой в роскоши, там, и, там чуть ли не Матаджи ему там тело массирует. Он, да боже мой, да разве это вайшна вообще? Да куда меня послали? И говорит, ты проверь, ты что-нибудь о Кришне там скажи. И только он заикнулся о Кришне, сразу вайшнав проявил все признаки преданного. А внешне так не скажешь. Развалился весь, удовлетворяя чувства такое, ну... Мы бы, наверное, увидели, точно бы сказали, вот демоны наслаждаются-то, ах, гады, а мне тут, а мне приходится принципы соблюдать, они вон что делают. И почему им ничего за это нету? Столько грешат, а на машинах на дорогих ездят. А нам, чтобы в храм прийти, через забор лезть приходится. Вот. То есть понять, кто такие вайшнавы, это вообще сложно. Я не успею за эту лекцию сказать, да и вряд ли моих познаний хватит, чтобы этот вопрос до конца разъяснить. То есть владеют умом и чувствами и занимаются медитацией. Тут имитировать занимающегося медитацией легко, конечно. Сел, похрапываешь, вроде как типа медитируешь. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Не видели таких вот медитирующих? Вот так вот они медитируют, все глубже и глубже погружаются.
пока кто-нибудь не хлопнет, они «у». О, Харе Кришна, Харе Кришна. Или когда по кругу ходят, медитируют, и когда уже сознание все в самадхи ушло полностью, то они по касательной уходят в стенку. Не видели? Да-да, понятно, почему нужно четкий носить и палец вытаскивать, чтобы когда в стенку ударяешься, чтобы сначала пальцем ударился и успел проснуться. Потому что если читать так, то сразу лбом ударяешься. Тоже занимаются медитацией, но заниматься медитацией можно по-разному. Вокруг туласи ходит, потом засыпает человек, бабах, в стенку пошел. И все смотрят, ну-ка, успеет проснуться или нет. У нас было такое. Почти каждая джапа тайм кто-то аж уходил. Так. Вот чтобы разобраться в этом непростом вопросе, кто есть брахман, кто есть преданный, вы должны сами искренне стараться развить качество брахмана, качество преданных. Чтобы у вас был личный опыт. Только на основании личного опыта у вас будет эталон, как-то вообще разбираться в остальных людях. Жизнь так устроена, что опыт вы все равно получите. Как ни крутитесь, куда вы ни прячетесь, опыт все равно получите. Как говорится, кто-то там какое-то дело делает, получилось, не получилось, но опыт все равно получите. То есть я ничего не потеряю, только получу опыт. И вот именно этот личный опыт, который рассеивает все наши ментальные спекуляции в итоге, потому что когда то, что мы думаем, не сочетается с нашим личным опытом, то опыт все-таки вытесняет все представления о мире, если они противоречат нашему личному опыту. Кто бы нам ни говорил, что солнца нет, то если мы его видим, то эти спекуляции, они потихонечку выходят. Кто бы ни говорил, что вода там, она, не знаю, сухая, мы пробуем, да нет, не сухая. Все, наши представления о воде как о сухой, они вытесняются. Если мы поверили, что мы возвышенные преданные, что вот я уже тут не первый год, я знаю, что к чему, вы обязательно получите личный опыт, который будет сильно противоречить вашим представлениям о себе, как о возвышенном преданном. И вам придется занять более естественное, более смиренное положение, что я не такой-то возвышенный, а просто простой преданный. Невозвышенный, просто простой преданный. Потом может прийти понимание, что не такой-то уж я простой преданный, немножко непреданный, может даже вообще пока мне рано заикаться об этом вслух как-то, я свое это сердце вижу. И тогда приходит естественное смирение. То есть личный опыт вытесняет какие-то представления о мире. Когда все приходят в ИСКОН, все думают, это точно чистый преданный, я уже в ИСКОН пришел, я уже предался, я уже мясо есть бросил. Да я работу бросил, что там мясо-то? И человек реально думает, я уже тут почти вот-вот предался. Я помню по своему опыту, и я действительно был в этом уверен, что я университет бросил, а вообще предался. Еще вот я без 5 минут чистый преданный, без 3 минут. Я в это верил. И потом жизнь расставляет все по своим местам, приходит опыт, понимаешь, все не так-то просто, надо быть смиренным. Потом через год понимаешь, вот какой я был гордый год назад, что я вообще о себе думал. Еще год проходит, преданный оглядывается на год назад. Вообще, кем я себя считал? Я был такой дурак год назад. Вот попробуйте, подумайте, что было год назад, 2 года назад, кем вы себя считали, какие были, то есть, чем вы жили год назад и что изменилось. Смотришь, совсем не то. Все совсем по-другому. И вот поэтому важен личный опыт. Я все к этому веду. Это не то, что я хочу сказать, что все преданные, они там не искренне, они не преданы. Нет, не в этом. Что очень важно получить этот личный опыт. Без него вы так и не научитесь различать, где брахман, где не брахман. Где просад, где не просад. Где преданное служение, где вас просто эксплуатируют. Где нужно давать пожертвования, а где лучше поменьше дать. Без этого опыта вы не сможете адекватно ориентироваться в этой жизни вообще по любым вопросам. Жениться, не жениться. Там, разводиться, не разводиться. Там, какого гуру принять, что вообще делать, переезжать в Индию, не переезжать, на постоянно жить. Есть много вопросов, и где решения должны принять вы сами лично, основываясь на вашем личном опыте. И очень важно, чтобы этот опыт был. Нужно поэтому культивировать знания, общаться с преданными, впитывать в себя их опыт. Тогда у вас опыт будет расти, и когда-нибудь дорастет до опыта брахмана, что вы будете видеть Кришну везде. Просто везде будете видеть Кришну и великолепно понимать его волю, будете видеть конечную цель жизни так же отчетливо, как изображение в зеркале свое.
просто видите и все. И к таким людям поэтому и все приходили за советом. Просто спрашивали, и человек видел, то есть брахман видел человека, видел эту проблему, также и видел ее решение так же ясно, как видит свое отражение в зеркале. Он просто давал ответ. И он не зависел от кшатриев, там, не получал какие-то деньги. Потому что как только человек начинает получать деньги, он становится зависимым от того, кто эти деньги платит. И поэтому, если его попросят, ну, тут что-нибудь расскажи хорошенькое про меня, он вынужден рассказывать. Брахманы не шли ни на какие компромиссы. Если кшатри допускал какие-то там нарушения, они прямо ему говорили, ты не прав. Если кшатри не понимал, как в случае Махараджа Вены, чик-чик-чик, свага, так, импичмент. Так, и вот из моего собственного опыта, как разобраться, кто есть кто, кто преданный, насколько преданный, с кем лучше общаться, как выбрать свое общение. Очень важно общение правильно выбрать. У нас в ИСКОН совершенно разное общение вы можете получить, причем одеты эти люди одинаково. Общение можете получить совершенно разное. И последствия этого общения тоже разные. Основной критерий духовного прогресса живого существа – это то, насколько в нем проявлен эгоизм. Насколько он сам решил, что я наслаждаюсь не эксплуатируя, а я наслаждаюсь тем, что служу другим. То есть где вот на этой большой шкале от абсолютного эгоиста до чистого преданного, который живет только тем, что служит Кришне и остальным живым существам, где на этой шкале расположено живое существо? И как оно действует? Даже если посмотреть варны, что брахманы, кшатри, вайшьи и шудры, даже видно, что степень эгоизма увеличивается от брахманов к шудрам. Брахманы служат другим, им нельзя иметь какое-то богатство, они должны совершать аскезы, контролировать ум и чувства. Обычно они живут очень бедно. То есть они живут для других. Что-то ему принесли пожертвование, он должен раздать до захода солнца. Ничего себе, все отдает другим, заботится о другим. Это дает брахману величайшее могущество. Кшатрии тоже призваны защищать других. Если нужно, они идут впереди армии, отдают жизнь, не колеблясь за своих подданных. Но что-то себе они оставляют очень даже. Дворец, жена, там, энная жена, там, наложницы, охота, кино, вино, домино, все у них есть. Но при этом они кшатри, они слушаются брахманов, приходит война, они исполняют свой долг. И они не эксплуатируют своих подданных. Они таким образом служат подданных, но себе тоже о себе не забывают. Если брахманы живут бедно, то кшатри живут, показывают, как надо жить, как живут удачные люди. Дворец, слуги, все как полагается. Спускаемся до вайшьей. Вайшьи не скрывают своей заинтересованности в получении прибыли от общения со всеми остальными. Они это не скрывают, это презюмируется. И они живут в основном для себя, но также они поддерживают другие варны, платят налоги кшатриям, дают пожертвования брахманам и содержат шудр. Но при этом все, что они делают, чтобы где-то подешевле купить, подороже продать. И иногда можно даже немножко обмануть, если это требуется для удачной торговой сделки. И есть шудры. Шудрам идеи, чтобы просто бесплатно что-то делать, очень тяжело такие идеи к ним в ум заходят. Они обязательно хотят что-то за свое служение. И обычно они знают, я делаю работу, мне дают еду, деньги, мне этого хватает. Они дальше особо и не поднимаются. То есть шудры, они еще более эгоистичны. Вот. Джай Джаганат. Так, время 9 часов. Поэтому старайтесь видеть, какая степень эгоизма у человека. Чтобы вы могли это видеть, вы должны со своим собственным эгоизмом разобраться. Именно он портит нам всю жизнь. Мешает нам получить счастье от сознания Кришны, от процесса преданного служения. Итак, 9 часов, табличка строгая. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Если нет, то значит нет. Хари Кришна. Да. Вопрос, я как-то и смущаюсь и хочу его задать. Позволите такой? Ну вы не смущайтесь, задайте, если он касается того, как прогрессировать сознание Кришны, да, смущаться нечего. Такой вопрос, да, если вы не посчитаете, нужно, можете не отвечать. То есть у меня такой вопрос возник. Вот у вас все есть данные, чтобы продвигаться вот в какие-то структуры государственные. Вы это делаете? Вопрос не связан с сознанием Кришны. После лекции вы мне его можете задать. Он не по теме лекции совершенно. Может, связан, потому что это очень важно, чтобы преданные туда проходили. В органы власти просто общаться? В органы какие-то. Может быть, это не власть, но какие-то.
Мы проповедуем всем, и органы власти не исключение. Когда у нас есть возможность проповедовать в органах власти, мы это делаем, мы считаем это приоритетным направлением, потому что шрештхи, они могут, то есть за шрештхами идут люди. Если кто-то проявит интерес к сознанию Кришны, публично скажет, это здорово, то много людей начнут ему верить только потому, что он это сказал. Не потому, что это здорово, а потому, что он это сказал. Конечно, мы используем все возможности для этого. Как это делать подробно, я сейчас не буду объяснять. Но мы делаем, конечно, мы понимаем этот приоритет. То есть для себя вы не рассматриваете? Для себя лично? Да. Куда-то баллотироваться? Нет, я не хочу лезть во власть. Мне в гороскопе это противопоказано, да я и сам не хочу. Политика – грязная вещь. Есть преданные, которые к этому предрасположены. Мне один преданный спрашивал, вот у меня возможность есть, предлагают депутаты, но мне ж врать придется. Мне ж придется обещать золотые горы, заведомо зная, что я это не сделаю. А если я не буду это обещать, меня просто не изберут депутатом никуда. Ну, я сказал, что если вы в сердце чувствуете у вас к этому склонность, посоветуйтесь со старшими преданными, то можно это делать. Даже можно что-то обещать, но вы хотя бы старайтесь это сделать. Вот. Старайтесь все равно что-то делать полезное для людей, это лучше, нежели бы вы вообще не пойдете в политике. Юристу тоже в суде очень сложно не врать. Это вообще практически невозможно вести дела и там где-то не подправить позицию так, как тебе выгодней, так вот безобидно. Приходится искать компромисс между принципом сатьям и практичностью. Еще как, если бы не помогал, ничего бы не получалось. Помогает, конечно. Давайте еще вопросы. Да, вон там. Можно что? Через забор лазить? Если входа другого нет, конечно, можно. Вы же к Господу идете. Даже если, тем более, что ответственности за перелазание забора вроде не установлено. Можно через заборы лазить. Главное делать это осторожно. Если там забор большой, колючий, с него можно упасть и что-то сломать, тогда лучше не нужно. За забором стойте, почтение оказывайте или как-то другими способами найдите способ пройти в храм. Но если там можно перелезть и аккуратно, то, конечно, нужно. Я вот походил, вижу, только так возможно. Взял, перелез, а что стесняться. Я не знаю, как вы там Матаджи в саре перелазите вообще. Это ж подвиг просто. Нет, там есть ворота. Есть ворота даже. Лучше далеко пройти, если ворота есть, лучше ворота, потому что выглядит это очень асоциально, когда Матаджи с сумочкой в саре, там с ребенком, не дай бог, через забор, там, ребёнок, там, на лекцию бежим, сейчас уже, это самое, уже приветствие, уже второй этот самый сигнал раковины, я должна успеть прийти там, поставить тилоку и вот так вот встать. Нужно быть практичным, нужно оценить свое тело, просто либо пораньше выйти, чтобы подольше прийти, либо уже через забор тогда как-то вот. Но нарушать закон, ладно, забор, а если там, можно ли там что-то сделать ради служения Кришне? Очень важный вопрос, можно ли нарушить закон ради служения Кришне? Время нет на него отвечать, поэтому я не буду. Это очень-очень осторожный такой момент. Публично мы всегда будем говорить, что, конечно же, закон государства нарушать нельзя. Вот. И будем стараться этому следовать. Ничего другого от меня публично вы не услышите. Понятно про забор, да? Все, нет вопроса больше, да? Гранхарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Гауру Премананде, Харибол.